Ну, что будем делать? Витя, помоги, Юра. Я говорю, кому помочь? Ну, генеральный прокурор. Я кто это, говорю? Это генеральный прокурор. Я говорю, я никогда не прямой говорю генеральному прокурору. Помочь в чем? Я готов помочь, подсказать. Да, что? Я человек по характеру, ну, как бы сказать, ну, не злой, что ли, такой. Хотя я знаю, как он стал генеральным прокурором. Как стал на коленях в Японии пред Порошенко, чтобы стать генеральным прокурором. Поставьте меня, я буду делать все, что угодно. Я такого никогда не обещал. Никогда и никому. Это одно условие Порошенко, когда меня назначали. Я говорю, Петр Алексеевич, у меня здесь одно условие. Выйти был генеральным? Хочу. И вот я буду сам назначать людей, сам, всех своих. Такого областей, зам генерально один. Чтобы вы мне никого не прислали, никогда. Договорились? Да, говорит. И все назначения, что я проводил, делаю я.